Сейчас мы поговорим про пятую чакру по счету. Вишудха называется. Она находится в области горла. И прежде всего она отвечает за здоровое горло, щитовидную железу. Ну, если в психологическом плане, люди с развитой этой чакрой очень хорошие ораторы, политики, маркетологи. Альдар расскажет технику игры на варгане горлом. Итак, объясню, как играть на платформе горла. Это делается с задержкой дыхания, то есть не дышим ни носом, ни ртом. И при этом делаем напряжение в горле. В связках. Да, делаем как бы без голоса, произносим горлом. Для этого нужно еще сделать следующее упражнение. Очень много воздуха набрать в горло, как будто вы проглатываете какой-то небольшой воздушный мячик. И, задержав дыхание, ой-ой-ой, без голоса. Соответственно, и происходит задержка дыхания. И дальше, когда вам уже захочется вдохнуть, просто делаем глубокий вдох, либо выдох, и снова чередуем с задержкой дыхания. Примерно так это будет звучать. Получается, на вдохе задержкой ай-яй-яй, а на выдохе ой-ой-ой. Да. Получается, на выдохе ой-ой-ой, либо на вдохе уже ой-ой-ой, так как ты уже чередуешь там дальше дыхание. Вдох идет с задержкой, а выдох уже просто выдыхаем и говорим ой-ой-ой. Да. Попробуем. Классно получилось. Да, друзья, делайте эти медитации, рассказывайте в комментариях свои ощущения. Очень интересно послушать. Будем двигаться дальше по чакрам. Пока.